Друзья, всех приветствую на RusGame Tactics. Всем добро пожаловать. Мы с вами начинаем прохождение переиздания культовой игры. Это Mafia Definitive Edition. В общем, на самом деле все готово к тому, чтобы начать. Устраивайтесь поудобней. Мы с вами начинаем. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо!
у меня на мушке. Если нас догонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его выйду. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Ну что ж, через мост нам. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Вон еще! А, черт! Да ну нафиг! Так, объехали их. Хорошо. Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все. С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Еще минус один. Утер ты им нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус три тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4. Может, 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Так, тут поворот. Ой. Ну что, здесь у нас опять будет полоса препятствий, ребят. И, похоже, это наш шанс оторваться все-таки от них, потому что остается, ну, одна тачка, блин, чуть не сбил. Давай, 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 давай. Гони, твой заказ еще не выполнен. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Окей. Ну, по мини-карте мы с вами видим, куда нам ехать. И сейчас мы будем поворачивать сюда. Разведен, да? Да ты гонишь, разведенный мост. Мы успеем. Должны успеть. Давай, давай, притопи. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Ну, собственно, у нас бар уже прям где-то здесь на подступах. С ручничком. Уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет?
Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... Связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты, шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. А вот и заказик. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. Да без вопросов. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Ну, смотрите, нам нужно ехать аккуратно, соблюдать правила. Поэтому нам придется включить ограничитель. Выключи этот колтеж. Не могу сосредоточиться. Ты что ты орешь? Ладно, пускай будет так. Так-то лучше. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Я не совсем понимаю. Но вроде как я отключил музыку, но почему-то она играет. Может быть, как-то просто на фоне, а не в машине. Ну, скорее всего, так. Смотрите, как круто мы с вами соблюдаем правила. Так, ну и наконец мы с вами подъезжаем к храму. Уже хочется побыстрее ее высадить. Вот здесь, возле парка. Все, приехали. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. Так, все. Мы с вами должны теперь искать других пассажиров. Давайте проедем вперед, потому что все-таки... Найду-ка еще клиента. Пассажиров здесь будет очень-очень много. Так, вижу клиентика. Давай, прыгай, золотой. Куда едем? В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай.
Да, клиенты прям один лучше другого. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Так, ну вот я не знаю, может быть, не стоит превышать перед ними, хотя сейчас мы с вами узнаем. Ну да, вроде бы на глазок они скорость определять не могут. Останови перед галереей. Вот здесь давайте тормозим. Очень хорошо. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Ну, ща, может быть, кого-нибудь найдем. Какого-нибудь добренького. Вот здесь тормозим. Давай, прыгай. Херово выглядишь, приятель. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Сухой закон, ребят. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Итак, мы с вами уже практически в маленькой Италии. Сейчас товарища высадим. Будем надеяться, на этом наша работа закончится. Почти приехали. Высади меня на углу, лады? Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. О, господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Вот твари! Ладно, надо сматываться, потому что у нас ни оружия, нифига нет. Хотя можно было и там пробежать. Ну ладно. Блин, попали твари такие! Давай, здесь прыгаем. Отлично. Ну прям за мной! Не-не-не, куда-то присел, надо бежать. Ой, здесь, очевидно, вот сюда. Хорош. Давай, давай, давай. Вот так, Томми. Отлично. Все, кажись, на самом деле, удалось оторваться.
посмотрите, кто это. Дино, Лу, у вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда? Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает, так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, посмотреть бар. Вот какие-то записи есть. Ну, я так понимаю, мне можно их читать. Письмо для Сальери от Джованни Романо. Что-то дельное нашел? Нет, я... Нет, он просто собирает записки, письма и читает их. Сухой закон остается в силе. Это как раз то, о чем я вам и сказал. То есть выпивка здесь, ребят, под законным запретом. А, так это все? Ну подожди, может быть, еще что-нибудь можно почитать? Сейчас. Приходи позже. С Поли или Сэмом. Боюсь, для тебя бар закрыт. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долго. Если Дон захочет купить еще, Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка.
Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поле станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. Да, я думаю, все должно быть нормально. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил. Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся, это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да. Новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет. Но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно. Пойдем тихо. Ты же умеешь красться, никаких дел нам не поручал. Вот так. Так, ну что там, видим двое.
Ну и вроде бы легкая цель. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Ну что, я полез. Да я понял. Так, смотри, вот сюда поднимаемся. Ребят, все изи. А что, по лестнице нельзя, что ли? А, ребят, нам надо пригнуться. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Так, а вот теперь, наверное, самое время спускаться. Он мне приказал. Дино! Тихо. Куда ты разогнался-то? А Дино сказал тебе тачки сторожить. Вот так. Супер. Ну чё, разбить машины? Ребят, ну давайте будем приступать. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, идём к машинам. Бери биту и начинай махать. Так, битку хватаем. Ну к тому же у нас еще есть и коктейли. Это ведро обидел. О, хорошо. Ах ты ж! Да чё такое? Ой-ой-ой. Сегодня ты домой не вернёшься. Тебе что, жить надоело? Да, пропустил. Ну ладно. Тогда будем короткими ударами добивать. Ну чё, там требуется ещё моя помощь? Или уже со всеми разобрались? Да. Хорошо, давай. Чё-то много заданий, да? Хорошо пошла. Отлично горит. Вот так. Обожаю завтра. Это парни Морелла точно услышат. Шахнуло весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Сообщают о стрельбе и горящих машинах в парке. Старые способы сообщения. Это рядом с баром Морелла. Только не возьмите. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Я его задел! Не дайте ему драть! Перезаряжаю! Мы подозреваем... А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Так, честно говоря, я думал, что там будет какая-нибудь заставка, типа которая была в начале, но что-то я просто проехал и все. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Так, ну сейчас мне нужно просто избежать полиции. Так, давайте-ка я сюда проеду. На самом деле я не уверен, то, что тут можно ездить, но нам придется проехать. Потому что, как видим, здесь и полицейских нет. Аккуратнее, они все еще ищут нас. И смей не гудеть. Всем машинам отменить погоню, поиском конец. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавые у Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину. Езжай аккуратнее. Не надо привлекать внимание. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло.
Папаша его был стоном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Эй, босс. Все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морала? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Моралой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голос.